Мы расскажем вам о таком методе лечения, как стимуляция спинного мозга. Боль в пояснице возникает при межпозвоночной грыже, когда в результате дегенерации диска сдавливаются нервные корешки. При узком отрождении в позвоночном канале, предназначенном для защиты нервных элементов, и при стенозе позвоночного канала поясничного отдела, когда вследствие гипертрофии и окостенения связок, вызванных ухудшением кровообращения, а также вследствие остеофита позвоночника, сдавливается спинной мозг и нервные окончания. Основные симптомы данных заболеваний – боль в пояснице, онемение и боль в ногах. В зависимости от причин болей в пояснице существует множество методов лечения. Метод стимуляции спинного мозга подходит для пациентов с синдромом оперированного позвоночника, а также для пациентов, испытывающих страх перед операцией или отказывающихся от медикаментозного лечения. Болевой сигнал передается по нервам к спинному мозгу, а затем в головной мозг, где и формируется чувство боли. Данный метод лечения заключается в смягчении боли с помощью электрических импульсов, которые блокируют болевые сигналы в мозг. Сначала под местной анестезией проводится пробная стимуляция, при которой в эпидуральное пространство позвоночника вводятся электроды и проверяется эффективность методики. Ощущение электрических импульсов индивидуально. В основном это ощущение массажа. Если достигнут положительный эффект, при желании пациента под местной анестезией проводится операция по имплантации системы для нейростимуляции. Данный метод подходит для 85% пациентов с болями в пояснице и нижних конечностях. Положительный эффект при имплантации нейростимулятора наблюдается в 95% случаев. Стимуляция спинного мозга позволяет смягчить хроническую, некупирующуюся боль. Операция выполняется под местной анестезией и не наносит значительного вреда организму.